Вообще мы рады. В нашем космическом доме-офисе самый лучший вид из окна. До работы добираемся без пробок. Обратно тоже. И хотя вокруг нас не так много людей, как на Земле, да и инопланетяне пока не заглядывают, скучно не бывает. Возможно, к счастью, глобальное потепление нас не затронуло. Все температуры в норме.